Все мы знаем, что художниками становятся через постель. Ой, пастель, да? Вы сегодня пришли для того, чтобы попасть в проект или все-таки уехать в Москву, ну или куда ли там с Сергеем Писаренко? Нет, для того, чтобы попасть в проект. В Москву пока не готова ехать. Хорошо, а для чего вам это? Ну, прежде всего, наверное, проверить себя, испробовать свои силы и показать, вот смотрите, какая я есть. Здоровье. Настало время провести новое обследование. Ваш маленький козерог. К первой детской любви чадо отнесетесь по-взрослому. Теперь не как вологодская девчонка. Потому что сейчас вы просто читаете вот как Маринка. Вот Маринка пришла, и так бабушка такая при смерти говорит: Маринка, почитай микроскоп. И ты козерог, вот и чадо. Вот это. Нет, нам нужна взрослая женщина. Любовь. В выходные хорошее время для поездок. Особенно к родственникам. Ну почему хорошее время для поездок? Вы в Перми родились где-то? Что? В Перми родились? Нет. Там говорят: любовь, хорошее время для поездок. На танцы-то пойдете? Нет, не возьму такую. Выходные, хорошее время. Ну хорошее. Это что с вами? Это сволочь, что ли? Я не понимаю. Песня народная, поэтому смеяться в конце. Только, пожалуйста, не про смерть. Хорошо. Чёрный ворон. Умный окаянный я, мысли потаённые, бестолковая любовь, головка заблудённая. Слушайте, девочки, вы видели вот эту, которая сейчас вышла, вся такая на пафосе, вся такая, которая в красном платье. Мы знаем, в таком на телевидении, у нее сейчас такой шлейф, какой-то запах был, как бы хита. Красная масла. Боже мой, вообще не представляю, куда она рвется. Корона на голове. Михаил Галустян. Памперсы дочки менял только раз. Развод Маши Шукшиной. С кем останутся дети? Анна Снаткина выходит замуж за Виктора Васильева из Comedy Club. Анне Веске загородный дом певицы в Эстонии. Ну, ноль выражения вообще. Разнообразнее, пожалуйста. Можно и покрутиться, и спиной к нам потанцевать, и все такое. Что ты себя зажимаешь? Вперед. Прекрасно. Руками больше работай. Эротический танец подразумевает ласки самой себя. Отлично. Блин, черт возьми! 27 лет, она не знает, как возбуждать мужчин. Я скромный человек. Нет, милая моя, ты неудачница. Как это я неудачница? Потому что все сексуальные женщины давно уже устроены. А вот те, кто так и не научился по ногам водить, так и будет на заводе лекарства делать. Давай сделай это для нас. Что, я летел из Москвы сюда, чтобы вот на это смотреть? Нет. А то сейчас мы тебя забракуем сразу. Не надо. Давай в кадр. Скорпион хренов. Обувной магазин «Монро». Сексуальная обувь для сексуальных ведущих. У нас очередная участница прошла кастинг. Елена, скажите, пожалуйста, свои впечатления. Пожалуйтесь, я так понял, что жюри были очень суровы с вами. Расскажите о своих впечатлениях. Я разволновалась, как бы... Такие, ну, не знаю, вопросы. Я как бы скромный человек и... До каких пределов себя готовы показать? До разумных пределов. А где разумные заканчиваются? Кто знает. Так, ну, например, я не соглашусь сниматься в купальниках. Вот. Потому что я мусульманка, и мне просто это не разрешено. А в обтягивающем трико согласишься?
А в ватных штанах? Ну, с разрезом. А в ватных штанах? Можно подумать. А вот в юбке такой длинной, опять, ну, чтобы разрез вот отсюда и чулки была видна? Нет. А что, почему? Ну, потому что... А в Коране написано разве о том, что нельзя? Да, женщина должна прикрывать свои части тела. Ну, это же только... Почему без паранжи? Ну, вот, допустим, паранжа, глаза-то все равно вырез есть. Я прям не такая мусульманка радикальная. Я просто придерживаюсь определенных канонов. Сейчас колени открыты. Но, извините меня, то ли колени открыты, то ли ты стоишь в купальнике. Здравствуйте, в Кургане сегодня там температура облачная, не облачная. Здравствуйте, у нас в Кургане сегодня температура солнечная. Дует юго-западный север. Не на нас, смотришь, а в камеру. Дует юго-западный ветер. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 метров в секунду. Очаг высокого... Температура плюс 7, плюс 9 метров в секунду. Дует северный... Север? Или кто там? Температура не такая загадочная в последнее время. Я сам начинаю теряться. Не, отлично, можно бредить все, что угодно. Покажите, пожалуйста, как вы выбиваете остатки кетчупа из бутылки. Остатки кетчупа? Да. Вот так вот.